Ну, без лишних комментариев. Все понятно, да? Намек. Значит, можете расценивать это в данном случае как и реклама в какой-то степени. Это уже будет у нас система ЗИ. Значит, новшество здесь. Применен новый сердечник, который позволяет нам такое теперь делать. Вот и не только с такими растворами, но и в последующем и просто с водой. Сердечник обладает уникальными свойствами. Он сделан технологически непросто, но возможно продажа теперь документации только по сердечникам. Значит, изготовление таких уникальных сердечников. Я думаю, господин Пантон так бы не отказался протестировать уже наши версии сердечники, которые, ну, скажем, уже не просто стальной стержень, а очень многое разное другое там. Вот. Ну, в общем, вот это я хотел показать. По выхлопам это все в комнате. Отлично дышится. Вот. Так сказать, все с этим нормально. Если установить там глушитель какой-нибудь, ну вот такой, например, то, естественно, шум будет пониже. Вот, так сказать, вот такой, можно сказать, почти военный вариант. Зеленого цвета даже. Вот, намек понятен. Подключение здесь, вы видите, часть выхлопных газов. Уже знаете, почему возвращается назад. Бульбулятор у нас классический. Весь эффект у нас состоит в использовании абсолютно нового нашей разработки сердечника. Ну, если будут какие-то вопросы, пишите в личку. С Богом!